Всенародное голосование считается важнее выборов. Оно закладывает основные принципы, по которым будет жить Россия на десятилетия вперед. Выборы в нашей стране проходят каждые 5-6 лет, но не каждому поколению предоставляется возможность высказать позицию по основному закону страны. Именно в этом заключается уникальность нынешнего голосования. Событие, которое касается всех без исключения, кто связывает свою жизнь с Россией. Такое важное изменение Конституции происходит впервые за 27 лет. Даже будущим поколениям вряд ли выпадет возможность принять личное участие в столь значимом событии. Это реальный шанс поучаствовать в истории страны. Поправка о федеральных территориях и недопустимости их отчуждения и всего перечня поправок занимает первую позицию. Она особенно важна для жителей Сахалинской области и других регионов России. Границы Российской Федерации будут закреплены в Конституции. Никто не будет иметь права инициировать отторжение каких-либо территорий. Поправка о запрете на отчуждение территории России закроет вопросы Крыма, Курильских островов, Калининградской области, вокруг принадлежности которых можно было наблюдать различные инсинуации и информационные вбросы. Поправки в Конституцию затрагивают такое важное направление, как информационная безопасность и научно-технологическое развитие. Сюда относятся вопросы установления единых правовых основ, системы здравоохранения, системы воспитания и образования. В современном мире право на образование рассматривается как одно из фундаментальных, естественных и основных прав человека. Особо следует отметить важность и перспективность осуществляемого с 1 января 2006 года приоритетного национального проекта образования, первоочередная задача которого – дать отечественной системе образования стимул к движению вперед. Важно, чтобы реальное мнение граждан об устройстве их жизни не просто прозвучало, но и было услышано. Для этого и проводится всенародное голосование по поправкам в Конституцию, от исхода которого зависит будущее страны. Служба информации Невельских новостей.